В американском конгрессе состоялся показ удостоенного наград документального фильма «Свободный Китай. Мужество верить». Дженнифер, твоя история тронула меня до слез и очень удивила. Свои истории в ленте рассказывают жертвы репрессий в современном Китае, которым удалось выбраться за границу. Это бывший член китайской компартии Дженнифер Цзен и бизнесмен Чарльз Ли. Оба они занимаются по древней китайской системе самосовершенствования Фалуньгун. Герои фильма и еще десятки миллионов их единомышленников стали жертвами широкомасштабных репрессий, которые китайская коммунистическая партия развязала против приверженцев этой практики 13 лет назад. Режиссер картины Майкл Перлман. Фильм снят совместно с телеканалом NTD. Конгрессмен Крис Смит считает, что ленту «Свободный Китай. Мужество верить» необходимо посмотреть всем американским политикам, чтобы ясно понимать происходящее в КНР. Я уверен, что политикам в Госдепартаменте, Конгрессе, Сенате, даже президенту США и секретарю Госдепартамента Хиллари Клинтон, всем им необходимо посмотреть этот фильм, чтобы понимать масштабы этих репрессий. Эти гонения всеобъемлющие, и на них ежедневно работает машина китайской пропаганды. Это должно выйти на свет. Мы должны знать правду. Мы имеем дело с угнетателями, и мы должны стоять на стороне угнетенных. Смит говорит, что картина не просто проливает свет на происходящее за Великой Китайской стеной, но и дает людям надежду. Надежда есть, и этот фильм ее передает. Практикующие фалуньгун и все свободолюбивые люди Китая дождутся того дня, когда Китай станет свободным, и там будут уважать права человека. Лента «Свободный Китай. Мужество верить» уже удостоилась высших наград на нескольких международных кинофестивалях. Кроме того, картину также показывали в Европарламенте. NTD, Вашингтон, США.